Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре TTRAV 4020 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 149 лошадиных сил, КПП полный привод, имеется спойлер, установлены рейлинги на крыше, камера заднего вида, парктроники, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установлены хромированные ставки, имеются повторители в зеркалах, пробег 73 тысячи километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, не прокуренный, имеется полка в багажнике, ткань, электроручник, автохолд, спорт, эко-режим, кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, подогрев руля, электропривод багажника, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 88, 97, 97, 97, 83, 88, 89, 88, 88, 83, 83. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.